Всем привет-привет, с вами счастливые люди, happy people. Сегодня, как всегда, за нашим кухонным столом и экспериментируем, как всегда. Вот такая вот у нас в пачечке есть сметана, закваска, короче. Вот. И здесь у нас молоко. Молоко у нас тут 2,5 литра получается. И пачка сметаны такая, 3 грамма. Закваска. Теперь мы будем засыпать нашу закваску в наше молоко, потихоньку перемешивая. И оставим примерно на 12, 14, 15 часов ориентировочно. Будем смотреть по готовности. И затем покажем, что вам получилось. Молоко у нас температура 37-45 градусов. Но у нас где-то ориентировочно 37 градусов. Вот так вот быстренько я размешиваю. Получается от нашей заквасочки. Все, осталась пустая пачечка. Сейчас все перемешаю, чтобы не оставалось никаких комочков. И уберем в теплое место. Как я уже говорил, там от 12 до 15 часов. Затем вам покажу, что у нас получилось. У нас прошла ночка. Смотрим. Вот такая вот у нас получается сметанка. Вот так. Сейчас мы ее попробуем. А вкус, знаете, что больше напоминает? Вкус ряженки, не сметаны. Вот так. Ну так довольно-таки неплохо. Сейчас наша мамочка продегустирует и точно скажет, что это такое, на что похоже. Ну, консистенция, как у йогурта такая. Угу. Да, больше на ряженку похоже, угу. Но не на сметану. В нашем случае. Ну, тоже вкус неплохой. Можно добавить клубнички, будет изумительно. Ну все, делайте вкусненько. Экспериментируйте. Экспериментируйте. Всем пока-пока и удачи, с вами были счастливые люди. Happy people, подписывайтесь, комментируйте, добавляйте в соцсети. Всем пока-пока.